ломились прямо в больницу. Беременную Алсу вынудили покинуть Россию. Певица Алсу рассказала, почему не захотела рожать в России. Артистка посетовала на назойливое внимание прессы и поклонников. Алсу стала матерью в третий раз в Америке, где жила некоторое время после родов. Артистка произвела на свет мальчика Рафаэля, очаровательного братика двух не менее прелестных девочек Софины и Микелы. По словам Алсу, она сознательно не хотела рожать на родине. Ранее она столкнулась с преследованием со стороны представителей СМИ. Во время первой беременности было несколько случаев, когда журналисты пытались пробраться ко мне в больницу. Все это не доставляло положительных эмоций, поверьте. И тогда мы с мужем приняли решение, что в это важное для нашей семьи время мы хотели бы видеть лишь глаза друг друга, поведала Алсу.